Здравствуйте, дорогие зрители! На этом канале каждый день мы рассказываем о судьбах звезд. Подписывайтесь и не забудьте поставить лайк. Сегодня у нас печальный и короткий выпуск, ведь мы вынуждены рассказать о том, что ушел вновь популярный известный актер, звезда советского кино. Еще год назад безумством было бы представить, что за столь короткий маленький срок может уйти бесконечно огромное количество ярких, талантливых актеров и актрис. Однако, к сожалению, сейчас все понимают, что именно так и складывается ситуация. Буквально каждый день приходят скорбные вести о самых популярных людях. И вот трагическая новость прозвучала и об актере легендарного фильма «Ворошиловский стрелок». Ушел Вячеслав Голоднов. Ему не так давно исполнилось 72 года. И несмотря на почтенный возраст, на сцену он выходил с охоткой и был востребован как у зрителей, так и у режиссеров. Об уходе актера сегодня сообщили его коллеги. Они отметили, что Вячеслав был очень хорошим другом и чутким человеком, а также ярчайшим артистом. На данный момент причину в СМИ не сообщали. Напомним, Вячеслав Голоднов сыграл в нескольких ярких фильмах, среди которых «Ворошиловский стрелок», «Сырые дрова», «Шериф», «Танкисты своих не бросают», «Черта» и во многих других картинах. К тому же, это был яркий театральный актер, сыгравший во множестве постановок. На нашем канале еще много интересного. Подписывайтесь. Всего вам доброго.